Сегодня в рамках общенационального проекта «Яшилмакон» поставлена задача до конца года высадить 75 миллионов фруктовых и декоративных деревьев, а весной следующего года еще 125 миллионов саженцев. На основе прошлогоднего опыта с 20 октября по 1 декабря объявлены 40 ударных дней по посадке деревьев. При участии Хакимята Бухарской области совместно с управлениями по экологии и охране окружающей среды лесного хозяйства начата посадка саженцев декоративных плодовых деревьев и кустарников. В достижении масштабных целей немаловажную роль играет научный и планомерный подход, рекомендации и мнения экспертов. Поэтому в течение сезона планируется вовлечь в процесс озеленения ученых и опытных садоводов. В нашей стране только 10% территории занимает леса. В рамках осуществляемого по инициативе главы государства общенационального проекта, за 5 лет высадив 1 миллиард деревьев, хотим довести долю зеленых территорий республики до 30%. Очередной этап проекта уже стартовал. Требуется участие каждого для улучшения экологической обстановки региона. Еще один пример масштабной созидательной работы. В текущем осеннем сезоне общенационального проекта «Яшилмакон» по всей Джизакской области планируется высадить более 6 миллионов саженцев декоративных плодовых деревьев, а также кустарников. На данный момент высажено более 10 тысяч саженцев. В процесс озеленения привлечено около 1000 активных граждан. Сегодня сотни молодых людей участвуют в высадке деревьев. Думаю, спустя много лет здесь будет лес. Как известно, 1 гектар зеленых насаждений может обеспечить кислородом небольшой городок в течение года. Воздух, которым мы дышим, содержит более 20% кислорода, и для обеспечения этого баланса нужны деревья. В процессе посадки и ухода за каждым саженцем учитываются особые климатические условия регионов, особенности почвы, выполняются все агротехнические мероприятия, контролируется схема посадки и порядок полива, подготавливается грунт для высадки новых партий саженцев. 75 миллионов – это, конечно же, большая цифра, но для отметки 1 миллиард деревьев требуется консолидация усилий многих наших соотечественников.